Собрали белую смородину, из нее тоже делаем пятиминутку. Очищаем ее, всю перечистим ее. Вот на такой ведерко килограмм песка. Все, очищаем ее так от веточек. Высыпаем в миску. Берем килограмм песка и тоже высыпаем. Ягода очень сладкая, белая смородина. Так что здесь хватит килограмма. И ставим на огонь. Минуты 2-3 и можем мешать, потому что сок уже там готов. Есть, тщательно мешаю. Тихонечко уже там сок. Немножечко постоит еще, потом опять помешаем. Как закипит, 5 минут отсекаем, варим, помешивая, снимая пеночку. Еще не закипело, пока сахар только растворяется. Белая смородина. Еще не кипит. Просто помешиваем, делаем сироп. Перемешиваем. Как закипит, пеночка пойдет. Делаем тихий огонь. Закипает только. Как закипит, сильно подниматься будет, закипит когда. Тихий огонь и снимаем пеночку. Снова пеночку снимаем. Включили тихий огонь, делаем и пеночку снимаем. Пять минут. Варим 5 минут. Пятиминутка. Пенки много, белой смородины, пенки много, очень хорошо. С чайком попьем пеночку. Душистое варенье.
выключаем. Варенье готово, пятиминутка. Пеночку последнюю снимем. Приятного аппетита!